На меня полностью повернитесь. Направо повернитесь, голову на меня. Полностью на меня. После магазина задержан за незаконное распространение наркотических средств. Ранее судимо? Да. Статья? 228, часть 2. Срок? 1,6 условно. С испытательным сроком 3 года. Прямо по коридору. Лицом к стене. На растительной подложке это все. А там порошок. Альфа-ПВП. А тут еще не знаю, не определяли еще. Ну, примерное количество уже можно сказать. Я еще нет. Ну, вон, выписала. Еще, в общем, опер говорит, около 30. Я потом, чуть-чуть попозже. Сегодня же можно. Да я буду взвешивать, наверное. Подождите, края, оно установится, потому что... Как будто прыгает. Да, вот как устаканится все на одном месте. Ну, видите, как... Любой трафик. Это уже тут нанесли какое-то вещество, но я не знаю, какое еще, мы не определяли еще. И опрыскивают. Какое там вещество. Тоже добавляют. Они могут типа в кальян все это делать. А что думаете, там такие дети самые, что ли? За осуществление расклада наркотических веществ. Понятно. Вот в данном участке местности что находится? Одна из так называемых закладок. Закладок? Сюда, на камеру. Вот, смотрим. Вот, снег. Видите, под снегом находится сверток. А похоже на зажигалку. Да. Это полиэтиленовый сверток, замотанный изолентой, в котором находится наркотическое средство. Все верно? Вы говорите это без принуждения, без давления на вас? Да. Все. Видели? Все. Сейчас мы это дело изымем и упакуем. Все. Вот здесь что находится? Да. Так называемый заклад. Вы заложили? Да. Понятно. Где она находится? Вот дерево. Здесь возле дерева. Все. Вы это говорили добровольно, без давления на вас? Да. Все. Да? Так. Все.
Сотрудниками ИЛО МВД России на станции Минская была получена оперативная информация о том, что житель города Новосибирска осуществляет закладки наркотиков на территории города Новосибирска. В ходе проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий гражданин был установлен и задержан во время осуществления закладки на территории железнодорожного города Новосибирска района. Также в ходе проведения ОРМ было изъято еще две закладки наркотических средств. После возбуждения уголовного дела был проведен обыск по адресу проживания гражданина. Там было изъято 52 свертка наркотических средств. В настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится комплекс ОРМ, направленный на установление дополнительных свидетелей совершения преступления, а также возможных подельников гражданина. Гражданин 25 лет, сам он в настоящее время нигде не работает, зарабатывает деньги именно осуществляя преступную деятельность по закладке наркотических средств. Да, ранее судим также за хранение наркотических средств. Ну, сам он житель сельской местности, он на Сибирь приехал работать, жил на съемной квартире. По характеру, в принципе, спокойный, уравновешенный. Шел сознательно, понимая, что он совершает преступление. Но им двигала, жажда заработать деньги. Санкция данной статьи, это часть 4, 228, прим. 1, от 10 до 20 лет. Лишение свободы. В настоящее время он находится в СИЗО номер 1 города Новосибирска, задержан по статье 91.